В Сергиево-Посадском городском округе продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Во вторник, 12 апреля, с 10 до 12 часов прививки делают в клубе «Активное долголетие». Вакцину также привезут Шабурного, Константинова, Кузьмино и Мишутина. В среду, 13 апреля, с 2 часов дня до 6 часов вечера, открыт пункт вакцинации в торговом центре «Капитолий». Также прививки ставят в амбулатории лесхоза и в ФАПе деревни Саматовина. В четверг, 14 апреля, вакцинация от ковида будет идти в амбулаториях Васильевского, Семхоза, Мостовика и Березняков. В пятницу, 15 апреля, с 13 до 18 часов будет работать пункт вакцинации в торговом центре «Маяк». Вакцину также привезут в Скоропусковский, Федорцово и Силково. В субботу, 16 апреля, с 10 утра до 3 часов дня открыт пункт вакцинации в торговом центре «Капитолий». В воскресенье, 17 апреля, с 9 утра до часу дня будет работать кабинет вакцинации во второй поликлинике на Скамяном поселке. Согласно графику, работает пункт вакцинации в культурном центре Елизавета Мамонтова. Во вторник с 2 часов дня до 7 вечера, в субботу с 10 утра до 3 часов дня. Предварительно запись на вакцинацию не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.